что, поехали? Что красивое, поехали кататься. Начинается движуха. А ты попросил кусок хлеба здесь, да? Я так понимаю. Называется фокаччо, и всего лишь стоит здесь 280 ре. И мне эта цена очень сильно. Может, ты поздороваешься для начала? Так, в общем, ребята, всем привет, всем добрый вечер. У нас Яночка начинает. С Новым годом. С Новым годом. Сейчас 15 января. У нас Яночка начинается новое путешествие. Мы посмотрели погоду. Где дожди, туда едем мы. Да. Потому что мы выбирали по таким критериям. Кто смотрит наши влоги? И год назад мы ехали «Вояж Билет». И там мы в самом начале видео показывали, что с самого начала нашего отдыха до конца были одни дожди. И что вы думаете, что сегодня? Что сейчас? Настроение хорошее. У нас добрая кола. У нас добрая кола. И недобрая кола. У нас есть Балантайс за 26 ойро. Ой, Женя, твою дивизию. Ойро? Ойро. На 26 ойро вы взяли. Настроение отличное, все прекрасно, все хорошо. Мы подготавливаемся, скоро у нас посадочка и, собственно, А куда летишь? Рассказываешь? А куда мы летим, мы чуть-чуть попозже расскажем. Ну, сейчас там плюс 4 ночью. Нормально. Мы умеем выбирать отдых лето, ой, зимой, да. Куда в январе лететь, как вы думаете? Может быть, Куба, может быть, Ямайка, Доминикана, плюс 4 Египет. Ночью и дожди. Это сюрприз для всех. Ну что, Янукович, ты готова? Так, это моя любимая красотка Янулечка. Передавай всем привет. Она сказала, что в этих сериях Яночка будет сниматься и... Сниматься? Я буду ее снимать. В общем, она будет в кадре, и она будет рассказывать про отель, и про еду, походить и спрашивать, что тут, да как тут. Твой хлеб отбирать, да ты меня не простишь. Ты же мне ночью задушишь. И она будет главным героем наших новых выпусков. Кстати, у нас отдых на 7 дней, 6 ночей, да. Мы даже ночью спит и проверяет, камера на месте или нет, не унес ли кто-нибудь ее. За хорошее настроение. Всем приятного просмотра. Мы потихонечку начинаем. Янулечка. Чин-чин. За прекрасный отдых. А куда мы летим? Боже, что это за отель? Это фантастиш. Надеюсь. Мы с Яночкой уже опаздываем на рейс, поэтому мы спешим. Януля, как тебе вискарек? Нормально, мы сидим, кайфуем, болтаем. Куда мы летим? Мы летим в Турцию, мы летим в самый классный отель. Слушай, Анталии, самый классный отель Билека. В Турции. Вы в курсе, наверное, что мы с Янкой друг друга никогда не прибиваем. Это наша фишка. Никогда. В общем, мы летим в Риксос, премиум, Билек. Это Янкина мечта, поэтому мы туда едем в январе. Мы едем кайфовать, едем получать удовольствие. У нас сейчас посадочка, так что... Я думаю, видосики будут веселые и интересные. Доставай билет. Короче, Янка нервничает, Янка переживает. Боже, меня так это забавляет. Я кайфую, ржу, хохочу. Вот моя красотка. В дубленочке, я в куртке. Мы летим на отдых в Турцию, мы летим отдыхать в дворе. Ну, это просто пипец. Ой. Слушайте, на самом деле разницы никакой нет. Мне самое главное, чтобы Яночка была рядом. И у нас самое главное, чтобы был хороший настрой. Януль, у тебя хороший настрой? Отличный настрой. Не, Янка, я иду уже. Вот он, прекрасный этот коридор. Яночка, мой личный фотограф, она постоянно со мной. Яночка, вперед. Передвигаемся, толкаемся вперед. Ребята, всем спасибо, что все здесь собрались. Мы все здесь, мы приехали. Яночка моя уже убежала в туалет. Это ее классика жанра. Успели сесть, а Яночка уже в туалете. В общем, я ее жду. У нас есть интересный план пересесть на другие места. Красоточка, как дела? Женечка пытается разобраться в наушниках. Я на вот эти вот наушники, вот эти фасольки, это просто какой-то трэш, я не знаю, куда сложить. Очень удобный, очень классный. Ой,
Доброе утро, страна. Восемь тридцать. Мы уже приземлились. Раз. Два. Три. О! Есть! Я подержали. Ребята, мы в Анталии. Янулик. Красотулик. Ууу, как холодно. Дубленочки. Нормально. Дубленочки хорошо, да, в Турции в январе? Ну что, мы прилетели, ребятки, мы в Анталии. Январем в Турции. Этот запах. Так, куда мы ползем, Януль? Какой туроператор? Билли? Слушай, мы летели Пегасом. Наш Пегас. Так, ищем Пегас, поехали. В общем, тут есть пару слов вообще, что-то сказать про перелет и про компанию. Я тут немножко недоволен. Яночка мне говорит, чтобы я отрезвел. Я вообще трезвый, как сёклышко. Трезвым проснуться вообще просто. 9 утра, Турция, Анталия, просто, погода шикарная. Яночка в дубленочке, посмотрите на мою красотку. Ну, Женя. Короче, мы летели компанией Fun and Sun. А самолет был Пегасус. Ребята, вот кто будет увидите слово Пегасус и перелет, не летите. Во-первых, не поесть не дадут. Ну, как бы ладно, фиг с ним, не поесть. Попить. Я говорю, мисс, please water, водичку дайте мне. Даже воду таблетку не дают. Выпить. Таблетку выпить мы хотели. Я покупал эту воду в 0.33 за 2 евро. Мы сейчас ждем свой автобус, хотя нам обещали какой-то эксклюзивный VIP-трансфер. Ну, какого-то VIP-трансфера в Риксосе, походу, не будет. Нас никто встречать не будет. Мы садимся в обычный автобус. Наш отель якобы второй. Мы сейчас сюда едем. Здравствуйте. Hello, sir. Hello. Thank you. Доброе утро. Наш VIP-трансфер. Мы с Янкой целую дорогу угорали. Нам наш турагент обещал, говорит, ребята, VIP водичка будет, VIP стойка, VIP трансфер, все вот эти вот дела. Ой, короче, все нормально, погода шикарная, это самое главное. Ну что, бери чемодан, стоит она. Давай, let's go, вперед. Оставь, пожалуйста, я вам. Оставляй, Януль, здравствуйте. Здравствуйте. Это для вашего чемодан, пожалуйста, отель. Спасибо большое. Все на месте. Ой. Жень, ну не ходи по мне, пожалуйста. Извините. Янка уже хочет шампанское выпить шоколадом. Ну подождите. Ё-моё. Она говорит, где мой вояж? Год назад отдыхали вояжи, вот это было шик и блеск. Какой сервис. Ты сам налил себе шампанского? Вы желаете. Шампунь я прошу за стол. Присаживайтесь. Опа. Ой, доброе утро. Доброе утро. Тут главное хорошее настроение. Вот это самое главное. Да. Ладно, я просто не спала два дня. Ну, конечно. Поэтому я ворчу. А так все прекрасно. А так никогда не ворчишь, да? Нет. В общем, первый бокал. Так я в Риксосе имею право. В Риксосе билет. Я хочу поднять за мою любовь и нулечку красотулечку. Будь здорова и красива. Всю свою жизнь. За тебя. Горько. В общем, какие дела? Мы сейчас вышли на веранду, так сказать, немножко выпить шампанского с Янкой, посидеть. Наш номер еще, к сожалению, не готов, но на данный момент 10 утра. Вот она, любовь моя. Целоваться будем? Целоваться будем? Давай быстренько. Целуй меня! Целуй меня! Мы все-таки с Яночкой решили немножко перекусить, позавтракать. Ага. Спасибо. Мы только приехали. Ничего не знаем. Куда идти? Что делать? Спасибо. Приятного вам аппетита, Евгений. С шампанского на кофе перешли? Да, шампанского, я думаю, хватит на сегодня. Красная рыбка, вижу, есть. А икра красная есть? По дороге съел уже. Как яичница? Слушай, огонь просто. Всем приятного аппетита, кто смотрит наши влоги, кто сейчас, допустим, кушает. Завтраки в первый день в Риксос Белек мне уже нравится.
Хочу спать. И она хочет спать. Сейчас мы кушаем, идем заселяться, а дальше будем тусить по отелю. Я ложусь спать. А Янка ложится спать. Мы позавтракали. Ребята, точно могу сказать, это лучший завтрак во всех отелях, в которых я был. Очень все вкусненько. Воу-воу-воу. Так, Яночка меня зовет. Мы заселились с Янулечкой. Наш номер. Посмотри, горы. Офигеть. У нас с видом на море. Ребятки, вот такая вот. Наикрутейшая большая кровать. И здесь написано: Яна, Женя, мы вас очень рады видеть в Риксес, в Лайф, все вот эти вот дела. Кровать здоровенная. Наконец-то, я надеюсь, Янке хватит места, потому что она занимает, любительница, 80% кровати. Да. Самое главное. О, бог ты мой. Тортик. Ой. Домой, домой, все заберем домой. Шампанское домой, да, Януля? Ладно, мы шутим, конечно, это Дон Периньон, мы его обязательно выпьем. Далее, рабочий стол. Янка сказала, что будет все 7 дней работать именно здесь. Да, Янулечка, красотка моя? Да. Так, что у нас еще есть? О, подожди, тут самое главное, это же мини-бар. А ну, покажи мне, где вот здесь мини-бар у нас? Воу, воу, воу. Здесь. Янка долго думает. Вот он, мини-барчик. Так, что у нас здесь есть? Шоколадку давай. Можешь скушать. Марципаном, да? Пиво и фиас. Водичка. Ну, короче, это классика. Все по-стандартному. Чипсики. Чипсоны. Какая-то ерунда. Кофе здесь. Но, кстати, еще фишка вот этого номера. Да и, в принципе, в Риксосе Белек. Вот такая вот у нас ванная. Прикиньте. Раз, два, три. Все красиво, всем привет. Так, здесь я не знаю что, но могу предположить. Да, все верно, Янкин кабинет. Раз. Так, здесь душевая, садись и, собственно, кайфуй. В общем, то, что надо. Душ, туалет, ванная, кровать. Янулька довольная вроде, но сказала, что хочет немножко выспаться, поспать. В общем, какой план действий? Нам надо реально до часа два немножко поспать. Далее мы выдвигаемся, пойдем обследовать отель, посмотрим, что здесь за теплые бассейны, что здесь за движуха, еще что-нибудь покушаем. В общем, как-то так. Женечка, я не поняла. 2 часа прошло, быстро подъем. Риксос там уже переживает, что ты ничего не кушаешь. Ой. Ты чего? Побежали, быстро. Так хорошо спалось. Целых 2 часа просто как 2 поросенка отрубились. Почему 2? 1 поросенок отрубился. Давай. А ты... Я спала как принцесса. А я кто тогда? Ах ты, говнюк. Янукович, you are ready? Куда мы путь будем держать с тобой? Ой, башка болит с этими ночными перелетами. По факту сейчас решим. По факту, короче, мы идем кушать. Мы будем искать рестораны, либо пойдем на шведскую линию, так сказать. Так, что там с погодой? Янка спрашивает, как в январе тут, в Белеке, в Турции, ребята? Ё-моё. Слушайте, блин, да нормально все на самом деле. Прохладненько чуть-чуть. Да мы понимали, куда мы едем, что будет происходить. Теплый басик есть. Ресторанчики есть. Все, больше нам ничего не надо. Я, по-моему, шлепки не взяла. Молодец, Янулечка. А, в принципе, минус, нормально. Мы с Янулечкой вылезли с номера. И куда мы сразу пришли? Куда мы сюда. Давайте вот сюда на 5 минут зайдем. И больше мы сюда не придем. А здесь, собственно, никого нет. Это спортзал, ребята. Спортзал в Риксосе. Это самое пустое место на свете. И ничего напротив. Все то же самое. В общем, идем. Тренажеры крутые, слушай. Да, тренажеры очень классные. Ребят, приходите, занимайтесь, а мы идем кушать. Красотища здесь. Яночка, как тебе отель? Вот по коридорам ты гуляешь? Коридоры очень красивые. Коридоры, говорит Янка, красивые. Ничего себе, какие водопады здесь. Ниагарские. В общем, направляемся мы кушать и, наверное, сначала пойдем на шведскую линию. Яночка уже пивасик пьет. Шли мы на обед. Яна увидела барчик, говорит, давай-ка туда сразу заскочим. И что Яночка взяла? Корону. Корону свою любимую.
с лимоном, не знаю. О, слушай, нормальная корона. Не, нормально, только с лимоном. Турецкая, так сказать. Тот, кто не хотел пива. Я не хочу пока. Я за Янкой допиваю. Отобрал у меня бутылку. Не может добру пропадать. Как будто на круизе. Да, мы с Яночкой прям балдеем от отеля. Обед-то закончился, уже полчетвертого или сколько мы пришли на обед. Да, и нам девушка сказала, что можно сюда прийти в ресторан People's. Он все время работает, поэтому мы сейчас идем туда, заказывать все по меню. Ну что, Женечка, как тебе? Ты попробовал уже? Еще нет, мы готовимся же. Сразу же не кушаем, не нападаем. Просто. В общем, мы все-таки заскочили просека в итальянский ресторан с Яночкой. Яночка заказала себе поджаристые морепродукты. Да, просека, сальмарчики. Вино. Итальянский ресторан, на самом деле, в обед работает, как она сказала, без записи, да? А на завтрак и на ужин, видимо, надо записываться. Да, скорее всего, да. Но мы еще не знаем, мы точно все уточним. Мы будем каждый раз новое блюдо пробовать. То есть все меню хотим попробовать с Яночкой. Не одни бургеры кушать, да? Не одни бургеры, да. И жареную картошку. Ну что, как? Так как ты готовишь макароны? Макароны. Я пасту готовлю вообще-то. Ну что, ребятки, мы с Янулечкой хорошенько поели. Я на шампанское, вино, все что подряд заказывает, все сидит, кайфует. Женя, блин, женщина делаешь. В общем, первый ресторан итальянский, он просто классный, очень вкусно. Мы заказали три блюда, и все настолько вкусно, ну как вы вот просто вот в ресторан в Москве там или в другом городе ходите, так же все классно, вкусно. Здорово. Я прям очень доволен. Яночка, да, как шампанское? Просека была. Просека она пила. У нас сейчас путь к морю. Надо немножко осмотреться, посмотреть, что здесь. Ой, красотища. Там сцена, которая в январе, я так понимаю, не работает. Угу. Мы находим время года, когда тусить. Угу. Это точно. Бассейн 29,7 градусов. 30 градусов. О! Что? Этот холодный. Ну, я что говорила, вот этот. Вот этот теплый. Ух ты, этот прям. Он не теплый, Яночка, он прям горячий. Да. Да. Классно. Ну так я вам могу сказать. В январе, конечно. Нет, ну не мороз. Не позагораешь. Не мороз, но слишком красиво. Море, конечно. Да. Свет красивый. Ой, как красиво-то. Тусим мы с Януськой моей красотуськой. Яночка, смотри, есть кабаны, они в зимний период бесплатные, поэтому, ложись, налетай, и сколько народу. Ну, на самом деле сейчас 5 часов вечера, поэтому и прохладно. А я, мне кажется, в обед в 12 и в 11 часов еще нормально, можно будет позагорать. Женя, вообще как-то в море идешь? Да, сейчас пойду плавать, ребятки. Своих любимых подписчиков. Да, конечно, я на самом деле буду плавать, только надо днем, когда море, ну, спокойное на самом деле. Когда круг, уточка, да? Да-да-да, круг, уточка, все дела. Вискаря, надо немножко для храбрости, так сказать. Так, Янукович. Давай, на ворота. Нет, давай, Жень, на ворота. Так, фио, только подожди. All you ready? Ты с ума сошла, а? Яна, ё-моё. Стой! Ну, да, начинается. Давай, беги. Беги, нет. На тебе новый мяч. Опа! Месси, 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 месси. Инкарамеси, инкарамеси. Да. Ну, с Янкой, конечно. Приколисты еще те. Я, по-моему, сегодня эту спортивную норму выполнила. Пора пить просеку. Идем пить просеку. Это карта парка легенды, где мы с Яночкой будем на горках гонять. Женя будет пищать, как шлюшка маленькая. Молодец, Яночка. Я тебя хотел пригласить в ирландский паб. Ну, видимо. Я могу сама себя пригласить и тебя взять. Нет. Клубничка. Шли мы с Янкой. Она говорит, я хочу эту клубнику в шоколаде, отдайте мне это ведро с клубникой. В общем, по одной клубничке взяли. Ну и, соответственно, шампанское нам предложили. Янка не смогла отказаться.
Ваше здоровье, юнулечка. Мы с Януковичем Мы с Янулечкой направляемся в ирландский паб. Я все-таки пригласил ее, взял с собой. Янукович, как настрой? Зашли мы выпить пивка в ирландский паб. Но... Что мы пьем? Вискарь и шампанское. Что-то, говорят, пошло не так. Женечка, а еще больше не было вот этого шмелини тебе? Слушай, во-первых, вот прекрасная девушка-бармен ирландского паба сама мне налила и говорит, это необычный джин, бин. Да, я сейчас увижу твое превращение, да, необычный. С какой-то тебя джин выдержкой, вылезет? Да. Тебя джин вылезет сейчас, я правильно понимаю? Да, после этого бокала. В общем, настрой шикарный, ребята, мы в Риксисе. Это самое главное. Яночка ходит моя, улыбается, сытая, и я доволен. Ваше здоровье. Опа. День только начинается. Да. Поехали. Превращение начинается. Мой первый бокал. Генуля, покажи мастер-класс. Да, вот сейчас ты подошел и... Пьем. Давай, давай. Опа. Ничего себе. Не только моя вообще крутая девчонка. Конечно, можно так, выпить. За это, да. Подаешь, можно выпить. Мы так решили. Первого раза. Ой, лошара. Ой, лошара. Ну, я думаю, ты здесь очень много напьешь. Хороший бар. Шестой день. Ну, Сёженька, без пивка. А я попадаю, поэтому пью шампусик. Так, я пойду развернул, возьмусь. Вот мужик сказал, пошел, сделал. Это Бэкс я буду пить, да? Это Бэкс, да, свеженький. Очень. Welcome. Ой, спасибо большое. Идут Яночки. А как называется это пиво? Бэкс? Или это просто бокал Бэкс? Охота? Охота. Классическая. Куда мы путь держим с тобой? Не знаю, мы гуляем по городочку. Мы гуляем по городочку в Риксисе. Вот такая улица есть. Да. Так, по местному времени сейчас 9 минут 7. Мы по Лоре-де-Мар гуляли. Да, мы как будто в Лоре-де-Маре, ребят. Кто был в Испании, приезжайте в Риксис. Янукович. Сначала... Как настроение? Отлично. Хорошо. Ну, здесь пиццу подают, всякую движуху, помидорки, огурцы, гречечка. Гречечка. Я уже набрал себе вкусняк, я уже сижу, Янка там тащит тазик с едой, наверное, себе. Ой, блин, нулька моя красотулька. Видишь? Берешь? Вот так вот. Чтоб ты мне был весь как-то. Слюнявчик. Мне обязательно. Я себе взял и лапшу, и кисло-сладкий соус, и бутерброд с красной рыбкой. Первое, что я начинаю пробовать, Яночка мне взяла сырные оладьи. Сырно-кукурузные. И кукурузные там еще. Прикольные, да? Слушайте, очень вкусно. Название сырные и кукурузные, типа... Все как мы любим. Вонючий сыр? Слушай, я первый раз такой вижу сыр. Мы любим вонючий сыр с Яной. Ну, вообще-то это был кусочек, Женя. А. Я взял один. Надо было кусочек взять? Да. Возьмите. Поднимай свою попочку прекрасно. Иди мне за сыром. Так, поехали. А в соевый соус нет? Сначала без соевого соуса попробуй. Сначала понюхать надо, во-первых. Ты же знаешь, где соевый соус невкусный. Надо было сначала так попробовать. Что, серьезно? Нет, я могу сказать. Да? Ребята, тануки? Это обалденно. Первый раз, Женя говорит, что вкусные роллы в Турции. Да. Я слышала, что в Риксисе очень вкусные роллы. Офигенные просто. Там очень большой выбор, я просто так взяла. Думала, как обычно они невкусные будут. Это запеченные какие-то. Угу. А, смотрите, Женечка кушает. Вот для чего ему принесли. Я попросила, сказала, что ну просто. Хотите, чтобы весь ресторан был в пятнах? Зовите Женька, он вам устроит. В общем, товарищи, мы с Яночкой поели. Женька вспотела. Я... Позовите мне шеф-повара, ребят. Шеф-повар где? Я хочу ему поаплодировать. Без тебя. Да-да-та-дам, да-да-та-дам, да-да-там. Мы с Яночкой поели. Настрой у меня сразу поднялся.
Я не знаю, как у кого. Как мы только покушаем вкусно, у нас сразу все прекрасно, все хорошо. Чего ты сводишь мы? Ты поел? Я просто посмотрела, я даже не кушала ничего. Ну как, вот, ну я с тобой всю жизнь бегаю везде, лазим там в кустах, не в кустах, где там бочу играем. Каких кустах? Мы по отелям там лазим все дулечки. Конечно, мы, блин, вместе кайфуем. Куда мы с Яночкой пришли? В игровой зал. Сейчас будут лупить. Давай, 1000. 1, 2, 3. Ничего себе! Вот это здоровый мужик. Здесь мы bowling closer. Вот она, красотка моя. Показать тебе, как настоящие мужики играют. Давай. Так, я самый тяжелый. 12 килограмм шар, поехали. Любовь моя. Давай. 1, 2, 3. Ух ты! Ух ты! Как всегда! Молодец! Ты тоже одну оставил? Ничего себе! Янулька, короче, давай так. Кто выиграет эту партию? Тот, что делает... Не мешай, малыш, а! Меня отсюда! Кто самый лучший, кто самый мощный, кто самый красивый. Янулечка. Вот так. Я не могу. Да, ты не снимал, когда я попадаю, да? Я не снимал, я снимал то, что надо. Вот так вот, молодец. А ну-ка, а ну, оп. Ничего себе. Вот так. Нич, Яна, Яна. О. У вас какой рекорд? 944. Если я 600 выпью, это уже будет неплохо. Марк, ну? 930. Стебешь, что ли? 46. Нормально, давай 5. Тренируйся, братан. Зашли мы в кафетерий. Мы его искали. Да. Я взяла белый шоколад попробовать, такой вкусный вообще. А самое главное, мы пришли сюда за Себастьяном. Интересно он. Себастьян подается. Это вот я таким. Решила с шоколадом, да. О, бог ты мой. О, бог ты мой. Так, Жень, хватит дать его? Дон Себастьян. Виски. О, бог, как вкусно. Себастьян. О, как вкусно. Роллы. Подожди, я еще Себастьян не пробовал, на самом деле. Так. Как говорят все, ради вас, ребята, я приехал сюда попробовать этот чизкейк. Только передать ради вас. Вам, да. Да. Мы пробуем все вместе с вами. Да, 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 да. Ну что? Да? Стоит того? Да, я попробую. Это очень вкусно, Юнуль. О, вкусные. А можно в чемодан засунуть целый чемодан чизкейка и привезти? Офигеть. И продавать его. В Бутово. Откроем лавочку. На Новый год наели 150 килограмм и приехали сразу же после Нового года наесть еще 300. Готовимся к лету. Ну что я могу сказать? Мы с Яночкой посидели, выпили немножко, почувствовали себя элитными гостями. Тебя как настроение? Хороший. Хочу кушать. Кушать. Все. Что мы еще любим делать в отелях? Те, кто нас подписан, знают. Это Яночка любит поесть, Янка любит выпить. Женек рядом как бы ходит. Ой, все, короче, Женечка, пошли. Так сказать. Все. Это виски, которые Женя не вставляет. Янулька, проходите. Hello, sir. Выбирай стол, да побольше, Янулечка. Чтобы все влезло, чтобы все поместилось. Здравствуйте. One corona. One corona. And champagne. Champagne. Thank you.
Так. Как вам мой английский? Corona and champagne, thank you. Вот, я знаю, я выучил. Яночке принесли ее блюдо, козий сыр. Янулечка, ты довольна? А где баклажаны? Давай пробуй. А баклажаны где? Там спрятался один. Так, а сама? Слушай, вкусный? Вкусный, да. Тут я сижу сейчас, и в телефоне, кто нам пишет, это Катюха. Кто это куда-то там намылился и нам не сказал? Катюша, мы каждый раз ей предлагаем с нами в отпуск, но никто никогда не может. Поэтому, увы, мы сегодня с Яночкой вдвоем отдыхаем. Привет, передаем тебе. Настал этот момент. Женечка заказала себе жареную картошечку. Yes. Ой, ой. О, бог ты. О, и какие-то еще три соуса, да, к нему идут? О, бой, как он пахнет. А что за коробочка с соусами? А ну, каждый так, покажи. Походу, здесь майонез, майонезик, кетчуп и горчица. Ну что, ребятки, всем приятного аппетита. Мясо очень вкусное. Да? Боже, какое вкусное мясо. Ребята, не заказывайте бургеры. Приятного аппетита, вообще четенько. Ты забыл сказать, приходите. Приходите, заказывайте, кушайте. Пейте корону. Да. Короче, мне такое чувство, что на живую музыку мы, наверное, не падем с тобой, да? Чую, наш выпуск подходит к концу. Сейчас мы просто вот наедимся и все, и на боковую. Янукович. Яночка. Это же лентер бить. Ребятки, все, короче, мы едем в номер. На этом, походу, заканчивается наш день. Завтра сумасшедшая программа, на самом деле, у нас. Мы уже ее обдумали. Завтра будет и море, и бассейны, и пляж, и все вот эти дела нам направо. Я точно не забыл жить в коридорах. Завтра будет чуть-чуть повеселее, чем сегодня. Фу. Не факт. Посмотрим, посмотрим. Дорогая братва. Ну, Женя! Ладно, ладно, ребят. Всем спокойной ночи. Да, в общем, день прошел. Но мы не хотим стреляться. Так, все, давай сначала. Всем спокойной ночи! Мы ложимся спать. Мы начнем не перебивать друг друга? Никогда. Никогда, хорошо. В общем, это был первый день вояжа. Ой, блядь. Это был первый день Рикса с премиум Белек. Мы кайфанули, мы объелись. Мы премиум наелись. Просто это нереально было вкусно. Мы сейчас легли в эту прекрасную постельку. Очень тепло, хорошо. Включили ТНТ. Сидим, кайфуем. И, наверное, ложимся спать. Поэтому подписывайтесь. Как там Янка любит говорить, ставьте колокольчики, ой, лайки, все, всем спокойной комментарии. Ночи. И новые серии скоро будут. И будут еще и шотсы. Yes. Шорты. Все, всем пока-пока.